Артур ест, пускай хоть кто-то ест. Это мы с Ариной собирали. Кто у нас картошку ест? Кто? Щелкаем тут все, да, вот так. Артур у нас бегает, убегает. Ему это доставляет удовольствие. Еще рано, еще 18 нет. Просто. То же самое, что молоко с яйцом сбегает. Пошла, встряхнулась. Всем доброе утречко. Привет! Тебя не было видно, Арина. Так, еще раз. Вот, у нас утречка. 10 часов у нас уже. Привет! Вот, мы уже завтрак себе сделали. Арин, я развела тесто на блины. Аринка пожарила любезно. Вот сейчас позавтракаем. Пюрешки сейчас будем кушать, которые Тёма не ест эти пюрешки вообще. Смотри, я не знаю, почему. Не знаю, почему он не ест, тут не нравится ему. Разные вкусы дают, и сладкие, и кисленькие. И все равно вот не кушает. Да, Сёмка, ты не хочешь пюрешки есть. Вот у нас просто есть кому подъедать. Арина и Артурчик их с удовольствием скушают. Артурчика усадили. Вот наши блины и пюрешка. Артур ест, пускай хоть кто-то ест. Раз Сёма не ест, будет есть Артурчик с Ариной. Вот и все. Сёмка, видимо, еще не готов к поеданию пюрешек этих, да, Тёма? Не готовы мы. Ну ничего, пока на молоке, на смеси, а потом посмотрим, да? Что будем есть. Приятного всем аппетита. Кстати, я очень голодная. Мама очень голодная. Да? Что? Арина вытерет, да, Арина вытирает. Да, намусорили мы. Кушай. Тёмка взял и записал свой голос на львёнка. Нашего львёнка. Смотри, Тёма, львёнок, смотри, смотри, смотри. Это ж твой голос. Нет, это Тёма. Ага, да. Давай, Тёма, говори. Я ей поверила. Не хочет, скажи, я не хочу. Тише, все у нас поели, мама не может никак поесть, детки не дают, да? Хоть бы позавтракать как-нибудь. Картину тут смотрят, Артур. Это мы с Ариной собирали. И бабушка, мы с тобой тоже делали. Ты очень малое собрала. Нормально, ты мы с тобой собирали. Ты всего-то вот небольшой кусочек собрала. А мы с бабушкой все да, вот это ну, остальное. С бабушкой, да. Ну, я тоже нормально собирала. Это очень долгий процесс, если честно. Мне, допустим, неинтересно таким заниматься. Ну, у меня свои увлечения. Я люблю шить. Вот я ненавижу. Вот что-нибудь. Но не все тоже. Поэтому так. У каждого свои увлечения, правильно? Арина вообще не знает, что ей нравится. Ну вот руками делать она ничего не любит. Пробовали разные. И лепить, и 3D-ручка там, и вязать она даже не хочет пробовать. Шить ей не нравится, в общем. Вот так вот Аринка у нас. Такое она не любит. Так. Детки, я сегодня поем или нет? Расскажите мне, пожалуйста. Надо как-то это сделать. Ну что, время к обеду у нас, да? Попылесосила Арина. Чисто у нас теперь. Смотри, как он от картошки заулыбался. Вот, и Тёмочка у нас кушает картошечку. Вот я ему помяла. Вкусную какую-то Вова принес с магазина, да? Да? И он сам тянется. Ой. Ты взяла хоть немного? Не нравится? Да, она вкуснее, чем была у нас с рынка. Фу, какая она не соленая. Вот тебе не соленая, потому что ты привыкла, Арина. Ну что, ты съел? Кто у нас картошку ест? Кто? Он сам тянется, сам рот открывает, а вот на пюрешке нет, представляете? Он закрывает рот и отворачивается. Кто-то у нас хочет спать. Ой, зевать. Пол двенадцатого. Поест и пускай ложится. Пол двенадцатого уже давно спать пора. Би-би-би-би-би-би. Нету би. Нету би. Все. Би-би. Кушаем. Что? Залез, лазит на столы. Да? Сёмка у нас заснул. Достал пырскалку для носа. Квикс. Да? И просит пырснуть. Сам не может, потому что сил не хватает. Вот так вот. Да? Что ты там нашел, уже мелочь? Нет, крутить не надо. Нет, не надо. Вот уже мне крутить тут все. Щелкаем тут все, да? Вот так вот. Вот так вот, да. То я хотела попытаться сделать видео, но он мне не дал. Сказал, нет, мама, я буду здесь стоять, что-нибудь щелкать, а ты делать ничего не будешь.
Вот такие дела. Хочу котиков на сегодня сделать. Вот пока застопорилась. Благодаря вот этому вот малышу любопытному. Угу. Который любит кнопки. Да-да-да. Так-так-так. Ну что, люди добренькие. Мы на улицу вышли. Арина с нами уже не ходит. Сказала, я выгулялась за лето с малышней. В общем, она сидит дома и занимается своими делами. Вот так вот. Тёмочка, да? Вот так вот, да, сегодня выбрались, сегодня, правда, с коляской, потому что Тёма сонный какой-то, да, Тёмка? Возможно, заснёт. Вот идём. У нас сколько? Почти 6 часов? Поздновато, конечно, выбрались, но иначе никак. Когда Вова пришёл, мы столько времени готовились к еде и кушали, и за ними смотрели. Сейчас вообще времени. Время куда-то улетает незаметно. Кто там Тёма? Кто там Тёмка идёт, а? Скажи, обогнали, да? Мальчики возле дома. Тёмочка играет себе, малыш. Хорошо сидит. Артура нет. Артур у нас бегает, убегает. Если он играет с детьми, а потом приходят родители и уводят их, он уходит вместе с ними, представляете? Ой, это что-то с чем-то, короче. А потом психи, крики, когда мы его забираем назад. Не хочет. Я не знаю, почему он так спокойно уходит. Не понимаю. Такой у нас Артучий с бунтарским характером. Вова сказал, весь меня, только еще похлеще. То, что он был такой же. Тёма, ты что делаешь? Боже! Ты чего наделал? Фу, я не думала, что ты откусишь. Хотя тут что тут прокусывать? Да? Ой, игрулька малая, обсыпался всю голову в песку. Сидит и сыпет сам себе. Это кошмар какой-то. Ну вот так вот, играемся. Тёма. Пум-пум-пум-пум-пум. Представляете, выискивает камни и начинает их грызть. Вот это... И не только камни. Тёмочка, ты что, голодный, что ли? Надо покормить. Тёмка, опять у нас Тёмка в кадре. Артур бегает туда-сюда. Ты что делаешь? Эй! Эй, голодный семьянин, ты что делаешь? Песка наелся уже, ну. А переоделись, немножко что-то прохладненько стало, да? Не лето уже, не лето, да, к сожалению. Тёма, он постоянно, кстати, так делает. Вкусно тебе? Скажи, хороший большой грызунок, да? А папа всё Артура ловит везде. То ему игрушка чужая нужна, то ему с кем-то уйти надо, то еще что-то. Я не знаю, почему он так уходит так просто. Шибко смелый, что ли, я не понимаю. Жесть, давай. Тёмка упал. Вот так вот, не удержался. Ты специально или не удержался? На ней не так просто стоять. Артуру весело, да? Эй, игруля. Ему это доставляет удовольствие. Тёмка. Будем тусить. Не знаю, до сколько. На посемнение, походу. Какая кое-кому не надоест. Или не проголодается. Или не проголодается. А мы поели перед людьми, да? Ну, он так. Не сильно он поел, кстати. Побежал дальше. О, девочка даже на костылях выгуливается. Молодец. Чё дома сидеть? Артур пошёл гулять к новым людям. Ну, вот без разницы, какого возраста. Он... Ай-яй-яй, комар. Тёмочка, себе комар столько крови выпил. Вот кровопийца, а. Ты мой зайка. Ай-яй-яй. У нас уже 8 час. Мы все на уличке гуляем. За Артуром бегаем. Тёмка пока сидит. Тёмка смотрит на... Но, ждем зрелища. Едь. Давай. Ну, я тебя поймаю. Давай. Ну, быстрей. Ну, давай. Ой. Ага. Тебя Тёма зовет. Вот так. Все. Артур, стой. Ты куда? Артур, остановись. Будь с нами. Куда ты все уходишь? От нас еще рано. Здесь еще 18 нету. Нет, Тёмка, скажи. Куда это он все убегает? Иди посиди на скамейке. Артур. А, мальчика увидел. А, просто он разгон берет, Вова. Он разгон брал. Арина так всегда делала. Попробуй тут пойми, что он хочет, боже. Ты куда? Посмотри на мои глаза.
Видишь, какие они? Да, мы видим, какие они. Не, ну я тебе да не вижу я, не там вижу. Вот, получается, зеленый внутри. Вот как у тебя, покажи. У тебя тоже по краям. Здесь такой. Темно не видно. Но у меня более такой, прям четкий. В общем, мы вернулись домой, покупались уже. Волосы мокрые, вдвоем их купали. Вот, погуляли хорошо. И сейчас папа кормит Сёму. Может, заснет. Он зевал уже там много времени. А чего мы хотим напить таких же гренок? Так делай сейчас, чего ты. Достань хлеб, полей чуть-чуть с двух сторон. И на сковородку. И все. Просто. Ага, вот видите ее взгляд. Это называется, мама, ты чё, сама знаешь, делай. Ну, ты чё, сама делай, мама. На какой огонь сейчас я поставлю? Средний ставь. Вот такой хлебушек мы купили. Ой, это с семечками? Да, и я с сольном. Я не хочу семечками. Вот, смотрите, это нут, нутовая мука с водичкой. Ну, тут брокколи немножко осталось, я вчера готовила. Вчера день не снимала, поэтому вы не видели. И все, это как это то же самое, что молоко с яйцом взбиваешь, сладенько, только вот здесь не сладенько. И наливаем на одну сторону, видите, очень вкусно было. Артур помидоры съел и потыкал все остальное, но вкусно, мы свое съели. Вот так вот. Я себе сделала две. Ну, делай тут. Ма, тебе на две, наверное, осталось. Если мама сидит на кухне одна и снимает тебя, значит что? Значит, все спят, все дети спят, муж спит. А я почему-то не сплю. Интересно, почему же я не сплю? А потому что мне нужно делать видео на завтра. Вот, в общем, я уже делала котиков на свой кошачий канал. Что-то захотела спать уже. Думаю, не, пора встать. Решила все-таки бороться со сном, потому что я очень податлива. Если хочу немножко спать, я пойду лягу. А если я легла, то все. Жди пропала, в общем, я буду спать. Поэтому как-то себе переборола. Пошла, встряхнулась, сходила, белье развешивала, как раз постиралась. И, вы знаете, сон прошел. Вот, пойду, наверное, делать влог на завтра на свой основной канал. Все-таки хочется, конечно, показывать нашу жизнь каждый день. Это такая память для нас тоже. Очень интересно вернуться в любой день и посмотреть, как же мы проводили время. И насколько что изменилось, ну, меняется, в общем, это очень интересно. Вот, и я думаю, вам, мои зрители, тоже будет интересно. Кто смотрит наши влоги, тому мы интересны, правда ведь? Вот, такие дела. У нас уже 11 часов. Вова почему-то, который день подряд ложится рано, наверное, очень устает. Мы с ним уже как два вечера гуляем, с детьми ходим, потому что Ринка с нами не ходит уже. В школу ходят, и приходится Вове ходить, поэтому что-то он подустал как-то, непривычно ему за Артурчиком бегать вместо Арины, да? Очень непривычно. Ну, вот так вот, сегодня хорошо погуляли, папа постоянно бегал за Артуром туда-сюда, ну, я показывала. Артур у нас очень компанейский, очень прост, он к любым детям любого возраста спокойно подходит и включается в игру, я не знаю, что это такое. Я первый раз вижу такого ребенка рядом с собой. Вот, ну, интересно. Жизнь покажет, что там и дальше будет. Вернулись, покупала я деток. Покушали, они уснули очень хорошо и быстро. Мы тоже покушали, 40 минут посмотрели одну серию сериала, там смотрим интересные. Ну и все, все выключились. Вот, ну... Пока мой сон куда-то исчез, пойду быстренько делать влог для себя и для вас, конечно. Вот поэтому на сегодня все. Всем пока и до завтра.